Если команда Черногорский перед матчами провела полноценный сбор, получается, результат его мы, конечно, увидели во время этих двух матчей. Тем не менее, какой-то краткий итог можно подвести, как проходили тренировки, в частности, сегодняшние? Ну, хорошая подготовка была, в плане там и приехали, было достаточно времени до игр, поэтому подготовились, все хорошо. Станислав Саламович не раз уже говорил, что, в принципе, неделя сборная России соперников на слабых сильных, да слабых соперников, в принципе, в футболе не бывает. И тем не менее, Сан-Марино тот оппонент, против которого нужно в первую очередь от себя действовать, а не от противника. Ну, нужно выходить, брать очки, и, в принципе, неважно, какая это команда. Выходить, показывать свою лучшую игру и побеждать, и брать очки. Вчера Зенит Ханбакаев сказал, что настраивается забить как можно больше. Вот. Действительно есть такой настрой, что с крупным счетом можно играть? Ну, будем делать все, чтобы как можно было больше, да. Я же повторюсь, что провести хороший матч и добиться хорошего результата. Еще? А какое впечатление после новички много быстро играл? Ну, в принципе, всех давно знаем и встречались на футбольных полях, поэтому это не новички. Как бы все, скажем так, хорошее взаимодействие на тренировках, поэтому ничего там такого нет. Ну, Сан-Марино наверняка изучили, что вы скажете об этом? Ну, изучаем, идет подготовка, поэтому... Что уже узнали? Узнали, но не могу говорить, что узнали.